Представители Федерации Кокбюро вносят свой вклад в сохранение стабильности и безопасности страны. 7 октября Федерация собралась на внеочередное заседание и приняла решение пополнить ряды народной дружины. После этого кокбюристы из 7 областей принялись охранять стратегически важные объекты в Бишкеке. На сегодня спортсмены охраняют здание телеканала «АЛАТО-24». Наша главная цель – это устаканить ситуацию нашей республики непосредственно в городе Бишкек. Призвать все население, особенно молодое население. Поэтому мы сейчас берем у каждого нашего улакчи интервью. У них есть свои инстаграм-аккаунты, свои подписчики, свои зрители. Они обращаются ко всем молодым людям, чтобы они не поддавались разным провокациям, течениям, сидели, так сказать, дома или возвращались себе в регионы. Не нужно играть в политику,